По замыслу дизайнеров, эти сооружения будут выполнены в виде пергол. Такие конструкции приобрели популярность в южных регионах из-за простоты конструкции. Еще одна изюминка ожидает жителей и гостей города в финальной части строительства. Проектировщики отказались от пластика и дерева. Вокруг металлических каркасов будут высажены вьющиеся растения, которые укроют желающих отдохнуть от дождя и знойного солнца. Уже установлены 3 металлические конструкции. По плану же их всего 7. Основные работы будут завершены уже через 2 недели. После этого за работу возьмутся озеленители и ландшафтные дизайнеры.